Вот такие оладушки с пекинской капустой мы сегодня будем готовить. Всем доброго дня! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Я сегодня буду готовить из пекинской капусты оладьи. Для приготовления наших оладьев что нужно? Пекинская капуста, одно яйцо, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1 стакан кефира, немножко подогреть, 0,5 чайной ложки соды погасить кипятком, 1 морковка небольшая, 1 зубчик чеснока и 1 стакан муки, ну, где-то приблизительно такой средней консистенции делать, чтобы не было и жидким, и не было густым. Давайте готовить. Беги, работает. Перемешаем. И дадим немножко настояться. Добавляем яйцо. Соль по вкусу. Все перемешаем. Добавляем стакан постепенно муки просеянной. Вот я половину большую просеяла и перемешиваю. И буду смотреть потом, когда я добавлю пекинскую капусту. Как оно будет жидко, густо. Берем вилок капусты, разрезаем его пополам. И нарезаем соломкой. Миленькой. Капусту мы немножко так вот пожамкаем рукой, чтобы она была мягкая. Добавляем зубчик чеснока на самой миленькой. Такой. И натираем морковочку. И все это выкладываем в нашу чашу. Перемешиваем. Вот такое у нас тесто получается, но немножко жидковато. Можно еще добавить муки. Берем вот столько соды, гасим кипяточком и заливаем. И все быстро перемешиваем. Такое вот тесто у нас получилось. Будем сейчас выпекать. Хорошо разогретую сковородку мы выкладываем наши оладушки. Смотрите, как они подходят, пузырятся вот так вот. И очень красивые на вид. И запах бесподобный. Такой аромат идет. Я никогда не добавляю лук. Лучше немножечко чеснока, зубчик. Они вкуснее даже будут. Ну, кто любит лучок, можно и лук добавлять. Смотрите, какие они красивые получаются. И очень вкусные. Диетические для ребенка и для взрослого. Это просто прекрасно. Это малышку. Такие блинчики мы выпекаем. Здесь немножко состав другой, перца нету такого острого, ничего такого нету, чесночка нету, поэтому такие. Это опекается от лапки. Вот такие пышненькие они получаются. Вот. Капуста не мешает подняться блинчикам. Очень даже красивенькие получаются. Стёпочки обязательно надо такие вкусненькие капустные оладушки кушать, да? Да. Вот такая вот горочка у нас красивых оладушек у нас получилась. Очень ароматные, нежные, вкусные. Мы сейчас разрежем один из них. Да, Стёпочка, вилку? Да.